Этого события театралы Северной столицы ждут целый год. В мае Международный театральный фестиваль ТЮЗа имени Брянцева привозит в Петербург лучшие спектакли российских и зарубежных театров. В программе 24-го по счету фестиваля 26 спектаклей, 18 отечественных и 8 зарубежных. В этот раз смотр продлится на 2 дня дольше, чем обычно – 9 дней вместо недели. Совсем к концу в России приехали к нам на фестиваль. Замечательный спектакль. В этом году был очень серьезный отбор, потому что очень много талантливых премьер было во всех концах России. Поэтому здесь вы увидите спектакли из Новороссийска, из Новосибирска, из Красноярска, из Ярославля. Белоруссия и Казахстан. Все это участники нашего фестиваля. В этом году у фестиваля не только много красок, но и много языков. Зарубежные постановки идут с титрами или синхронным переводом, хотя в спектаклях, поставленных по классическим произведениям, все понятно и так. Во-первых, Шекспир не надо переводить, а играем мы на армянском, и зная произведение, ты так или иначе его понимаешь. Это раз. А во-вторых, спектакль, он очень визуально интересный, очень такой фестивальный, очень впечатляешься, как бы ты вот получаешь такое очень полноценное впечатление о театре, о спектакле. Буинский государственный драматический театр из Татарстана представил на фестивале спектакль «Дервиш». Он проходит в рамках офлайн-программы. Очень актуальный спектакль. 100 лет назад человек, который родился в Буинске, просветитель вообще всего татарского народа, и он попал турецкому султану. Какой же театральный фестиваль без звезд? В этом году петербургская публика смогла увидеть спектакли с участием Евгения Цыганова и заслуженной артистки России Нонны Гришаевой. Фестиваль – это всегда возможность показать себя, показать свои постановки, показать свою работу, свои достижения. И фестиваль – это огромное количество, очень большая аудитория, которые это имеют возможность увидеть. Вот здесь и сейчас. Но главный сюрприз фестиваля ждет зрителей впереди. 31-го к нам приедет уже любимый городом Милош Бикович, режиссер, актер, продюсер. Он выпускает специально для нашего фестиваля спектакль «Ложь». И дальше, уже после нашего фестиваля, у них будет турне по России и по миру. 24-й международный театральный фестиваль ТЮЗа имени Брянцева продлится до 1 июня. Его финальным аккордом станет необычная работа белорусского академического ТЮЗа из Минска «Женя плюс Таня равно любовь» по мотивам Евгения Онегина. В этом спектакле участвуют не только люди, но и представители флоры и фауны, а персонаж, который выходит на сцену всего на 3 минуты, срывает 5 волн аплодисментов. Не верите? Приходите, убедитесь сами.